И буквально в эти минуты в Манчестере начинается грандиозное шоу в память о недавнем теракте. Американская певица Ариана Гранде дает повторный благотворительный концерт. Все средства пойдут в помощь раненым и семьям погибших во время атаки в Манчестере. На стадионе World Trafford невиданные меры безопасности. Людей просят приходить без сумок и тщательно досматривают.